А что вам приходит на ум при слове «бывшее»? Жители совхоза имени Ленина ломают стереотипы. По вашему указу сносят культурный памятник, и на его месте хотят построить торговый центр. Вандал! Как уж завелось, вслед ушедшему с поста главы какого-нибудь среднестатистического российского городка сыплятся проклятия и добрым словом его не вспоминают. По крайней мере, при его жизни. Обещаю, что с нашей исторической ценностью ничего не случится. Но если работать, а точнее сказать, служить людям от всего сердца, то все может оказаться совсем не так. Утром 13 июня 2020 года жители совхоза имени Ленина собрались на площади у Дома культуры с цветами. Они ждали только одного. Когда придет Елена Ивановна Добренкова, всенародно избранный глава сельского поселения совхоз имени Ленина. Дорогая Елена Ивановна, мы вас очень любим. Это вам букет от всего, от всех жителей поселка. Спасибо, спасибо большое. Я вас всех тоже очень-очень люблю. Мне очень приятно, что вы помните про мой день рождения. И, ну правда, от тебя же я вас всех очень-очень люблю. Спасибо. Потому что у вас больше. Правда. Спасибо большое. Елена Ивановна. Спасибо. Долгих лет. Спасибо. Оптимизма, радости. Чтобы все ваши благие дела отозвались с тысячи раз обратно в вашу сторону. Спасибо большое. Никогда никто не убедит нас, что у нас может быть лучше мэр, чем вы. Спасибо. Елена Ивановна, дорогая, золотая осень преклоняет колено и желает вам здоровья, любви, благополучия, удачи, чтобы вы были счастливый человек. И в дальнейшем мы вас очень любим, и всю жизнь вы с нами. Спасибо большое. Елена Ивановна, с днем рождения. Через день от всей души запомнить. Спасибо. Спасибо. В наших делах мы классно трудились, вы много чего сделали. Мы будем трудиться вместе, правда. Обязательно, будем вместе. Мы вас поздравляем. Спасибо. Поздравляем всех поздравлениям, мы поздравляем от всего сердца. Здоровья, счастья и любви. Спасибо. Мы всегда с вами, а вы, надеюсь, всегда будете с нами. Естественно, я же с вами вместе здесь живу, мы вместе с ним. Спасибо. Спасибо. С днем рождения. Спасибо. 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 Я вам желаю и хочу внести одну поправку в то, что говорили. Добавить, не мэр, вы не мэр, вы настоящий глава и руководитель. Спасибо, спасибо большое. Лучшего в мире сельского поселения. Спасибо большое. Муниципальной спасибо. Власти. Спасибо. Лучшего в мире. Почему? Нарушение самоизоляции. Нарушение карантина полного. А уже прошло. И я еще, Елена Ивановна, дорогая, с днем рождения. Чтобы все-все у вас в жизни получалось, я, наверное, единственная, кто могу похвастаться, что была с вами в самых близких отношениях в плане бани. Корейская. Да, Татьяна Александровна. В корейской бане, именно в Корее, и вас никогда не забуду, но тогда я сказала, что я вам этого никогда не прощу, а теперь я говорю, что я этого никогда не забуду. 8 лет совместной жизни нашей были прекрасные, стройки, муки, всегда к вам обратились. Ну, я это говорить, Елена Ивановна, это просто слов не хватит. И времени. Это, да, времени. Это, правда, давай, было очень интересно и так классно. Мы сделали все, что мы сделали, и я надеюсь на то, что это будет процветать дальше, и мы, каждый из нас, будет носить вклад в то, чтобы это все процветало правильно. Дальше. Я хочу сказать, что вы ничего не потеряли, это страна потеряла такого замечательного руководителя. Мы не потеряли, у нас Елена Ивановна есть. Я с вами. Я с вами, я никуда не делась, правда. Я каждое утро, каждый день. С днем рождения. Спасибо большое. Вот такой вот. Вот такой спасибо большое. Спасибо, моя дорогая.
Немедленно от нашего маленького скромного коллектива тоже. Спасибо большое. Спасибо очень людям на сцене. Спасибо вам. Спасибо большое. Вам маленький, но очень ценный подарочек. Любимая копия. Да, да. Так как вы любите, поэтому для вас. Спасибо большое. Спасибо вам всем за поздравления. Спасибо, что вы помните. Мне просто очень-очень приятно. Давайте все вместе. С днем рождения. С днем рождения! Напомним нашим зрителям, что несмотря на единодушное несогласие народа, поселение было ликвидировано, и Елена Ивановна вынуждена была оставить свое служение. Мы едины, и мы заслужили славу, оказывается, самого непокорного сельского поселения Московской области. В завершении короткой встречи именинница поблагодарила всех односельчан и пожелала всем удачи. Я сегодня очень тронута вот такой вот организацией наших жителей, о том, что вот так вот помнят про день рождения и собрались утром. Да, собственно говоря, и меня собрали для того, чтобы сделать действительно истинный праздник. Спасибо всем огромное. Я желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, всего самого наилучшего. Пусть каждый день, даже пусть пасмурный, но он радует своим началом и продолжением. Всем-всем всего хорошего. Спасибо. А мы, в свою очередь, присоединяемся к поздравлениям и желаем Елене Ивановне здравствовать. С вами был Совхоз ТВ. Всего вам доброго.